Мюзикл – музыкально-сценическое произведение, в котором используются различные средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусства. Маэстро Раймонд Паулс воплощает глубоко трагичное по своей сути произведение Теодора Драйзера «Сестру Кэрри» в замечательном мюзикле. Сегодня вы услышите песню «Тип Топ» из этого произведения. Музыка Раймонда Паулса, слова Николая Зиновьева. «Тип-топ» исполняет Кристина Газарян. Тип-топ, что за клоун смех в лобу? Тип-топ, помнит вас Париж. Тип-топ, шлёпло, все в порядке, тип-топ, я весь из клочков опиш. Я сам в порядке, хоть все валится из рук, пусть беспрерывно будет все смешно вокруг. Тип-топ, тип-топ, что за клоун смех в лоб? О, тип-топ, помнит вас Париж. Как так, без антракта шмяк-бряк? О, стоп, час, а при упаде. Музыка и смех. Я сам в порядке, хоть все валится из рук, пусть беспрерывно будет все смешно вокруг. Как так, без антракта шмяк-бряк? О, стоп, час, а брюх потех. Ди-ди-ди-ди! Свобода!